Всем привет! Мы находимся на выставке «Хризантем. История любви» в Киеве. На выставке «Хризантем. История любви» использовали более 1 миллиона бутонов хризантем. Находится выставка «Хризантем. История любви» в Печерском ландшафтном парке Співоче, адрес улица Лаврская, 31. Доехать можно на метро. Выйти на метро «Арсенальная» и немного пройти по улице Лаврской. Цена билета на выставку для взрослых 100 гривен, детский билет 25 гривен, льготникам бесплатно. Выставка открылась 1 октября 2021 года и будет до 31 октября с 10 до 20 часов. На выставке «Хризантем» все композиции на тему любви. Среди которых такие вариации по мотивам этикеток от жвачек Love Is, влюбленные единороги, плюшевые мишки Тедди, лодки в тоннеле любви, Купидон и герои мультфильмов. В парке Співоче создан настоящий город любви. Город любви с воздушными шарами, с арками для влюбленных, свадебной каретой и волшебными единорогами. Ландшафтный парк Співоче в Киеве – это открытое пространство с хорошей акустикой. Здесь проходят различные концерты и фестивали. Парк Співоче расположен в историческом центре столицы. Находится парк рядом с Киево-Печерской лаврой, музеем Великой Отечественной войны и художественным арсеналом. Парк Співоче имеет площадь более 30 гектаров. Здесь есть мастер-классы и развлекательная программа. Здесь есть зоны отдыха для взрослых и детей, детская локация с домиками-раскрасками. Для создания истории любви высажено около 30 тысяч кустов хризантем. Много маленьких композиций и 10 основных больших композиций. Высота некоторых композиций до 2,5 метров. Вечером будет подсветка композиций. Мы пришли сюда днем 1 октября, в день открытия выставки «Хризантем». Мы часто приходим в парк Співоче на разные выставки. У меня на канале много есть видео про выставки. Здесь есть множество ярких фотозон, ярмарка растений. Для создания выставки «Хризантем. История любви» использовались хризантемы разных цветов – белые, желтые, розовые, багровые, красные. Посмотрите, какие красивые желтые хризантемы. Мне очень понравилась эта выставка «Хризантем. История любви». Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Всем добра и отличного настроения!